Знаешь, мы много прошли вместе. Я ценю все, что связывало меня с тобой, но мне нужно уйти. Я многое терпел, а сейчас хочу почувствовать себя счастливым. Я всегда любил, люблю и буду помнить. Прощай, Омск. Снова здравствуйте. Омс не такой, каким вы могли его представить. Серые будни меняют свой тон, а жизнь давно набирает обороты. Да взять, например, сферу творчества. Музыка, танцы, современная архитектура или живопись. В Омске активно процветает искусство, встретить которое можно почти на каждом шагу. Проект М, например. Несуществующее метро, которое жители нашего города превратили в арт-объект. В культуре Омска можно говорить бесконечно, но если тебе есть с кем атмосферно провести вечер, то советую посетить наш драмтеатр. Красиво, не правда ли? Да. Недаром Омск называют городом кофейн, ведь они расположены здесь, как сорняки в огороде. Ну, в смысле, близко. В смысле, их много. Без кофе, в общем, ты не останешься. Ах, да. Кофейня, которая больше всего мне нравится, называется Скуратов. Сначала она была основана в Омске, а сейчас ее можно встретить почти в каждом мегаполисе России. Конечно, стоит упомянуть наизвестнейший хоккейный клуб Омска. В этом году «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, а в 2023 году в Омске будет проходить молодежный чемпионат по хоккею. В связи с этим в Омск будут прилетать иностранцы и жители разных городов нашей страны. Так вот, это обращение к вам. Рекомендую прогуляться в сквере Дзержинского, посетить библиотеку Пушкина, увидеть огромный музыкальный театр, напоминающий трамплинчик. Еще есть парк ВЛКСМ, студия Ермолаевой, Омская крепость, Воскресенский, Успенский, Казачий Казачий Никольский соборы. Но если вдруг пойдешь на набережную, советую пройти ее целиком, чтобы увидеть, как протекает наша река Иртыш. Ну и, конечно, не забудем про улицу Ленина. Это маленький своего рода Питер, архитектура домов которого стоит увидеть своими глазами. На самом деле трудно рассказать об Омске за 5 минут. Это город, в котором... Стой, подожди. А что с тем письмом? Ты же писал, что многого натерпелся. Я просто решил отпустить эти эмоции. Ведь если ты серый внутри, то и замечать ты будешь только серость и грязь. Я решил начать себя и как можно шире посмотреть на то окружение, где я нахожусь. Мудро. В общем, про Омск я вам рассказал, про город со своей уникальной историей и атмосферой. Уверен, вам здесь понравится, так что буду ждать в гости. Свожу в Омский Эрмитаж. Ловлю тебя на слове, Никитас. Ловлю тебя на слове. Small.